Здравствуйте, Елена, куда вы приехали? Здравствуйте, мы сегодня приехали на Морике. Я так соскучилась по ним, или, короче, локальное местечко. Здесь почти все по 40 долларов. Бюджетненько. Давайте посмотрим, что тут есть. Мудрицы, какие-то гребешки, ракушечки, что-то еще. Ну и, короче, по меню. Пробежимся. Что мы будем заказывать? Мы будем заказывать ваты, эту штуку называют их местные писюны. Ну, Пашка так, по крайней мере, зовет их. А я хочу гребешки и я хочу какую-нибудь фигню с этим, с вот этим вот. Рис еще возьми. Так, вот сейчас мы закажем вот такую штучку нам надо. Эта локация находится на третьей береговой линии в проулке. Выглядит она вот так. Есть суп, короче, есть миксао, есть кукуруза. Ну давай кукурузу вот эту. Миксао будет. Миксао будет? Да. Миксао? Готов? Ну что, Павел? Покажи, расскажи, что это тут. Будешь есть? Писюны. Вот так выглядят писюны. Смотрите, с чесноком замороженные. Гребешки. С арахисом. Пожаренные. Что еще? Это, как сказала Лена, фигня какая-то. Фигня какая-то. Типа устрицы. И миксао. Что такое миксао? Доширак с морепродуктами. Дошики. Всем приятного аппетита. Да. Рекомендован? Нормальная тема. Нормальная тема, да. Вот так вот все кушают. Под заборчиком. Оп, вот так вот у заборчика все кушают.